отношения в сфере налогов – это далеко не просто отношения налогоплательщика, как часто только компании и налогового органа. Доверие – это такая накопительная вещь. Она не может вот сегодня не быть, а завтра возникнуть. Это точно не мгновенные истории, если мы говорим о работе таких больших систем, как система налогового администрирования. Цифровые технологии, которые сегодня, конечно, обратную связь от людей делают настолько понятной, простой в разных областях жизни, что, ну, а что это, если не представительство моих интересов в тех областях, где я могу электронно легко этот интерес продуцировать? Мы готовы идти, мы стараемся, идем. Ну, и мне кажется, эта сессия во многом показатель, что мы правда готовы слушать, меняться, что точно важно и ценно, что мы должны быть в состоянии поиска. Мы должны быть в состоянии оценки, постоянно себе, знаете, вот больно делать, чтобы вспоминать, мы зачем, вот мы чего хотим добиться в нашем обществе.